Потому что, по сути своей, все огромное, все большое, и я ничего не могу добиться сам. То есть я вынуждена что-то делать опосредованно постоянно. Да? И поэтому, зная об этом, мама должна удовлетворять его интерес и должна реагировать каждый раз, буквально в ту же самую секунду, как только проявляется страх. Потому что страх в этом возрасте, он очень силен. И если у людей есть колоссальное чувство страха в жизни, это на самом деле это детская такая эмоция, когда в этом возрасте я не могу толком ни с чем справиться. Правильно? И поэтому первое, что в этом возрасте мать должна мгновенно реагировать на все потребности ребенка. Запишите, пожалуйста. Мгновенно реагировать на все потребности ребенка. Мама должна различать эти потребности.